Здравствуйте, друзья! Сегодня специальный выпуск нашей рубрики прямо с выставки ИСХ-2019. Мы поговорим о модели, новой модели SunShower Pure XL Black. То есть это модель, которая имеет только функцию инфракрасного излучения. Эта модель увеличенная по сравнению с предыдущей Pure, и она имеет отделку в черном цвете. То есть черная алюминиевая рамка и черное же стекло. Как я уже сказал, в этой модели всего лишь одна функция. Это функция инфракрасного излучения, которая включается вот этой замечательной кнопочкой и работает 10 минут. Ну, либо вы можете сократить сеанс по вашему желанию. Соответственно, это может быть и 1, и 2, или 3 минуты. Инфракрасное излучение, безусловно, очень полезно для вашего здоровья. Прежде всего, для того, чтобы улучшить кровообращение. Вследствие этого улучшаются регенеративные способности организма. Соответственно, вы меньше болеете, лучше проходят какие-то спортивные боли и даже лучше заживают какие-то травмы и ушибы. Помимо этого, есть косметический эффект, поскольку увеличивается кровообращение в верхних слоях кожи. Кожа лучше обновляется, кожа лучше дышит. Вследствие этого кожа лучше выглядит. Выключается SunShower также этой же самой кнопочкой. Все действительно очень просто. Что касается монтажа, то глубина встройки очень небольшая. Помимо этого, вы можете установить SunShower не только на стену, как это сделано здесь, но также и в уровень со стеной, то есть в уровень с плиткой. Тогда он будет максимально интегрирован в стену и практически не нарушает ваш идеальный дизайн. Безусловно, эта модель очень хорошо будет сочетаться со смесителями в черном исполнении, которые так сейчас популярны. Цены мы укажем традиционно на момент съемки, ну а более подробную информацию вы сможете узнать у наших консультантов. Пожалуйста, обращайтесь. Ну а на этом все. Пока. Че, давай мы включим как есть. Нет. Ну почему нет-то? Ну что, там нормально. Снимешь, как оно включается? Ну чего? Не, у него в камере все нормально. Что теперь? Ничего не нормально, но это... Нормально, давай. Кто виноват-то, что свет выключился? Ну хорошо, что избан не остановился. Давай включу как есть. А? Класс.